Всем, меня зовут Мураха Аня. Влад. Настя Щербак. Меня зовут Сережа. Богдан. Так мало секунд. Всю жизнь, так сказать, точнее, большую часть своей жизни я провела на танцах. Все то, что у меня есть сейчас, все, ну, все те люди, которые здесь находятся рядом со мной, все то, что я делаю, все то, что меня окружает, это все, все благодаря танцам. Вечно у меня очень много проблем бывает, я как-то их коплю в себе постоянно, коплю. И просто мне для того, чтобы выразить свои эмоции, ну, многого не нужно. Я просто беру, иду в зал, включаю любимую музыку. И тут движение начинает приливаться с одного в другое. Это, ну, это невероятно, это настолько круто. И ты понимаешь, что вот такие моменты, ты понимаешь, начинаешь вот ценить то, что ты делаешь. Вот это то, что тебе нужно, это то, что помогает тебе освободиться, как-то самовыразиться. Это, ну, это, блин, это очень-очень-очень сильно. Для меня танцор — это какой-то другой мир, знаете, люди абсолютно другие, не такие, как все, ну, обычные люди. В нас живет что-то такое глубокое, ну, вот, типа, как, ну, вот, танец. Я бы не назвал это просто хобби. Я хотел бы продвигаться дальше с помощью танца, пробиваться в люди. Это то, чем я, в чем я хочу усовершенствоваться и связать свою жизнь с танцем. Ну, на репетиции, не знаю, когда танцую, чисто для себя танцую. Я не зацикливаюсь ни на ком, танцую чисто для себя. На сцене, конечно, это совсем другое. Это надо, ну, танцевать для зрителя, думать не только о себе, а о партнерах, тех, кто с тобой танцует. Но это нам, ну, как по мне, это разные вещи, но что там классно. Не хотел бы отказаться от танцев. Но это, как сказать, это единственное, что мне хотелось бы делать, единственное, что я немножечко умею, больше ничего не умею. Я танцую с 8 лет. На танцы привела меня мама. Конечно. Вот танец, как любое искусство, меняет в человеке, ну, вообще самых-самых, типа, таких азов, стиля одежды, музыка, вкусы во музыке и заканчивая характером вообще человека. Вот насчет характера лично у меня изменили очень танцы, ну, очень сильно. То, что у тебя вот внутри всегда. Все события вообще связаны со всем семьей, жизнью вообще на планете. Вообще каждый, ну, вроде тебя так проблема твоя не задевает. Ну так, ну задело то, что случилось, но на внутри тебя приходишь на танцы, и эта проблемка, ну, подумай о том, подумай о плохом. Просто проблемка эта вылазит, и музыка свое дает, и просто начинаешь танцевать, и просто садишься, потом ревешь. Поэтому танец — это то, что внутри, оно тебе помогает. Меня тут держит просто желание танцевать. Я не знаю, кому-то хочется там, о, на сцене быть в первой линии, кому-то хочется, ну, ставить свои хореографии, быть невероятно крутым танцором. А мне просто нравится танцевать. Тренировки, занятия, они, ну, правда, не дают то, чего делать не надо. И ты занимаешься и делаешь то, что нужно делать. Развиваешь свое тело, а не тренируешься. Меньше думаешь о всяком бреде. Не закапываешься в себя никогда. В себя до конца. Ты работаешь над собой, потеешь, но не делаешь глупостей. Танец, ну, это, наверное, то, что делает меня счастливой. Вот без него, вот когда у меня был промежуток, вот 2 месяца, когда у меня была травма с ногой, не могла танцевать, и вот эти 2 месяца просто как прожила еще одну жизнь. Я поняла, что, ну, без этого вообще так тяжело. Вот, и долго ждала этих тренировок, и наконец-то после вот этой травмы, наконец-то я первую свою тренировку помню. Я просто вообще, у меня столько сил было, столько радости от того, что я вернулась опять снова. И, конечно, начала теперь больше заботиться о своем здоровье, чтобы больше таких не было ситуаций. Вот, и тогда я поняла, что, ну, это мое, и без этого вообще жизнь какая-то пустая. Ну, просто вот, не знаю, нету чего-то дорогого такого. Я не знаю, чем бы я занималась, если бы не танцевала. Не знаю. Ну, это скучная жизнь. Жизнь с танцами намного веселее, разнообразнее. И когда танцуешь, ну, вообще вот, ты находишься в среде танцоров. Это очень круто и очень... Все разные танцоры, и очень интересно на них смотреть, за ними наблюдать. Танцоры, они как какие-то отдельные люди, у них какой-то свой мир.
свое общение, свой круг общения, своя музыка, свои мысли, они отдельно, они немного другие. Танцы в моей жизни играют очень большую роль, и если бы не танцы, я бы не знаю, где сейчас находился, не знаю бы, чем занимался, не знаю, кем бы был бы. Я, бывает, сижу просто дома, включаю комп, там в Ютубе нахожу всякие хоряги крутые. Сижу, смотрю просто, и мне вот уже внутри все переворачивается, и хочется уже двигаться, и ты ходишь, уже ждешь тренировки. Просто уже настроенный на развалы такие крутые. И приходишь просто в зал, отрываешься, очень круто. Тебе мега крутое ощущение, не знаю, ты отвлекаешься от всего, от своей внешней жизни, забываешь про все, танцуешь, и тебе больше ничего не надо. Ходишь с техникума, с зала, уставший. Не просто уставший, тебе в кайф, что ты именно устал на танцах. Всем-всем привет! Привет! Меня зовут Максим. Меня Светлана. И мы руководители школы танца RDF. И мы приглашаем тебя в нашу танцевальную семью. Поможем раскрыть тебе свой талант. А для этого тебе нужно прийти 12, 13, 14 сентября в старый корпус техникума в 19:00, и там будет вся полностью информация по поводу ваших занятий. Мы ждем тебя. Приходи. До встречи. Пока.